Убийство Юрия Буданова обвинен 40-летний Юсуп Тимирханов. По версии следствия, преступление он совершил по мотивам ненависти и вражды, выбрав в качестве жертвы бывшего полковника, фигуранта одного из самых громких процессов о преступлениях военных на Северном Кавказе. Юрий Буданов, напомню, был застрелен в июне 2001 года на Комсомольском проспекте в Москве. Можете ли вы описать лицо, которое стреляло в Буданова, затем село в автомобиль и уехало? Ну, описать как? Время много прошло, описать я не смогу. Как бы славянской внешности человек был. Там бейсболка была, очки черные. Цвет волос, помните? Цвет волос, как бы сейчас уже я не могу точно сказать, какой цвет волос был там. Рост? Рост 175 до 180 где-то такой рост был. Почему? Ну, это я не могу говорить. Что, простите? Не, как бы фоторобот, когда составляли. С вашим участием составлялся фоторобот? Нет. Без моего. Что вы сказали, вы не можете говорить? Что, как бы, фоторобот не я составлял, а другие люди. Со свидетелем Евтуховым связывалась я. Ни с одним из свидетелей, ни с Фаталиевым, ни с Евтуховым показания, содержание показаний не обсуждались. И те средства, о которых так много говорят, которые были им заплачены, были заплачены исключительно в качестве компенсации их расходов, связанных с явкой в суд. При этом показания, которые они давали на предварительном следствии, защиту полностью устраивали. И нам было очень важно, чтобы эти свидетели явились, потому что иным образом довести эти показания до сведения присяжных заседателей – это важные доказательства. Мы не могли бы, процедура этого не позволяет, если нет согласия сторон. Я напоминаю суду и государственным обвинителям, что я трижды заявлял ходатайство о вызове в судебное заседание свидетеля Евтухова и еще пятерых очевидцев убийства Буданова. Суд трижды мне отказал в этом и постановил, защита хочет, защита обеспечивает явку. Мы обеспечили явку, так как обеспечили, в строгом соответствии с законом. И попытка перевернуть все с ног на голову, представить это так, будто бы имела место плата за определенные показания, это уже, это пик, это апогей цинизма и лицемерия, Ваша честь, в этом зале суда. Еще раз. Я очень сожалею о том, что суд подыгрывает стороне государственного обвинения. Предположить, что свидетеля похитят, я сейчас говорю о Евтухове, задержат как Фаталиева и будут его бить, конечно, в правовом государстве было бы невозможно. Скажите, пожалуйста, Александр Васильевич, а была ли такая ситуация, чтобы за вот эти показания вам адвокаты платили деньги? Там было не так сказано, что то, что я передвигаюсь, все это стоит денег, и я как бы сказал, да, назвал сумму 100 тысяч, что я буду передвигаться, переезжать, где-то в гостинице проживать, там, да, я озвучил это деньги. Это за что? То, что чтобы я приехал в Москву на судебное заседание, как бы, что я проживать буду здесь, что назад я полечу. 100 тысяч? Да. Скажите, пожалуйста, кто вам платил деньги? Мне на карточку перечислили. Ну, основное наблюдение – то, что происходит даже не в самом суде, а вокруг процесса. Речь идет о похищении сначала одного свидетеля, а теперь нам стало известно о том, что задержали и оказывали влияние на другого свидетеля. Это крайне нездоровая ситуация, ситуация очень опасная и, если можно так сказать, маразматическая, потому что ожидать того, что наши следственные органы будут таким образом, с помощью такого аппарата давления, оказывать давление, прошу прощения, за тавтологию на свидетеля, мы, конечно, предположить было очень тяжело в самом начале. Скажите, пожалуйста, вечером 14-го вы зарегистрировались на рейс в Новосибирск? Да, там билеты есть. Почему вы не улетели? Это когда ко мне сотрудники подошли. Подошли и что, и какие дальнейшие действия? Сказали проехать. Я с ней проехал до города Москвы. Куда, подскажите, пожалуйста? Я не знаю, это была ночь. А район? Не помню. Скажите, пожалуйста, где вы провели эту ночь? В здании.
что она собой представляла? Была ли там кровать, был ли это зал, кабинет, коридор? Ну, кабинет какой-то, кабинет. Кто с вами присутствовал в этом кабинете? Можно я на эти вопросы не выложить? Мы знаем, бывают случаи, когда похищают обвиняемых. Вот так произошло с Юсупом Темирхановым, с самим. Ну, чтобы похитили свидетеля, потом его почти 3 недели держат где-то, называют это государственной защитой. Предположить такого я не могла. По поводу Фаталиева, то есть, то, что произошло вчера, вот эта статья знаменитая в «Коммерсанте», что вообще происходит, где он сейчас находится и что с ним произошло? Фаталиев позвонил нам в минувшую субботу, сообщил о том, что его незаконно задержали, избивали, снимали на видео, заставили говорить какие-то вещи. Мы еще в воскресенье предали эту информацию огласке, а утром в понедельник вышла статья, известная уже в «Коммерсанте». То есть наши оппоненты, они довольно консервативные, методов своих не меняют. Сначала они берут, задерживают, похищают фактически свидетеля, прессуют его там на протяжении ночи, под утро получают протокол, а потом гордые, как они выражаются, сливают это в СМИ на утро, обычно на утро понедельника. Скажите, пожалуйста, этого ли человека вы видели стрелявшим в Буданова? Этого человека я никогда в жизни не видел и не был с ним знаком. Сходен ли он по каким-нибудь чертам с тем, кто стрелял в Буданова? Вчера Фаталиев приехал в Москву, он был на приеме у Светланы Ганушкиной в правозащитной организации. Он написал заявление на имя Уполномоченного по правам человека в России, а также на имя высших должностных лиц ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры о том, что с ним происходило. Это бардак, это бедлам, мы неоднократно заявляли об этом, но, к сожалению, реакции властей никакой пока нет. По крайней мере, реакции адекватные и симметричные. Ну и мы припасли напоследок судебного заседания нескольких специалистов и свидетелей, которые, на наш взгляд, не оставляют и камня на камне от обвинения, предъявленного Юсупу Темирханову. А скажите, вы могли вообще предусмотреть, что так произойдет? Я, честно говоря, не ожидал такого маразма от следственных органов, потому что ситуация стерильная, да, оба свидетеля допрошены следователями на стадии предварительного следствия, извиняюсь за двойную тавтологию, и они уже дали показания, интересующие нас о внешности убийцы, когда нас, как адвокатов и нашего подзащитного, близко к этому делу не было. И называть то, что они повторяют свои показания дачей заведомо ложных показаний за деньги, ну это абсурд, это маразм, как я уже сказал. И мы много знаем о наших следственных органах, но такого мы не ожидали. Я это пока терплю, но не знаю, сколько это будет. Сергей, я делаю вам предупреждение. В чем дело? Что вы терпите? Дыму. То человека спросите, что произошло. Нужна ли помощь? Вообще люди здесь или не люди? Там же помимо чеченцев, боевиков, еще и арабы с охлами. Ну, беспокоят. Но мы им тоже со Рождеством их поздравляем. Не скучают они. Сейчас вот поздравим. Артиллерия готова, нет? А? По запланированной цели огонь, залп. С Рождеством.